каждый родитель должен понимать, кнопочки, вам это понравится, что у детей есть свои права. Мы часто говорим, будь человеком, кем ты вырастешь, кто из тебя вырастет. А нам нужно понять, что ребенок уже человек. Он уже человек. Он не будет, он уже человек. Соответственно, он имеет право на сегодняшний день. Он имеет право быть тем, кто он есть уже сейчас. Он имеет право на ошибку, на неудачу, на поражение. Он имеет право на владение собственностью. Например, если ему подарили какой-то подарок, и даже если родителям он очень нужен, не имеет права родитель отбирать. Мама не имеет. Родители. Мы говорим за родителей. А это ваши отношения. Вам нужно научиться договариваться. Это право на личные тайны у ребенка есть. Ребенок не должен все рассказывать. Это его волеизъявление. Он может рассказать, может нет. Он может показать, может нет.